Резкое потепление. Синоптики сразу нескольких метеопорталов прогнозируют даже плюсовую температуру, правда, только на один день. В ближайшие 4 дня, в том числе на выходных, погода будет стабильно морозной и без осадков. Днем около минус 20, ночью на 4-6 градусов холоднее. К вечеру понедельника подует южный ветер, и уже во вторник значительно потеплеет. Днем столбик термометра покажет минус 12 градусов. К среде температура воздуха поднимется еще больше. Синоптики разных порталов ожидают от минус 1 до минус 5 и снег. Самым теплым днем недели обещают четверг, до плюс 1 ночью и плюс 3 днем. Также портал Гисметео обещают обильный снегопад. По данным, до начала декабря погода будет комфортной. Дневная температура не опустится ниже минус 10.